Многоквартирные дома Якутска отключают от газоснабжения. Причина в старом оборудовании. Составлен список из 60 домов, у которых срок эксплуатации газовой техники превышает нормативный срок. То есть существует угроза для безопасности жильцов, передает Виталий Абрамов. Решив сегодня днем попить горячего чая, Марфа Егоровна обнаружила, что ее плита, на которой она готовила уже несколько десятилетий, больше не дает огня. А причина не в том, что пенсионерка не платила по счетам, а в том, что управляющая компания, обслуживающая ее дом, не продиагностировала внутридомовые газовые пути. А без соответствующего документа о техдиагностике Сахатранснефтегаз отключает газоснабжение. Диагностирование. По истечении 30 лет эксплуатации. Ну, на сегодняшний день прошло 47 лет, и до сих пор управляющая компания нам не представила заключение экспертизы или технического диагностирования. Так чего же боятся газовщики? А боятся они взрывов. По их оценкам, около 3/4 всего газового оборудования в Якутске морально или физически изношено. На сегодня составлен список из 60 домов, у которых сроки эксплуатации газового оборудования превысили все сроки. А замены кто должен заниматься? Управляющая компания и собственники. В основном собственники это. К сожалению, сегодня нам не удалось получить комментарии у управляющей компании. Почему же они вовремя не провели соответствующую диагностику? В мэрии предполагают, что все заключается в нехватке средств, так как в среднем проверка одного дома составляет более 300 тысяч рублей, а ремонт превышает эту сумму в десятки раз. Но в администрации города заверяют, что над проблемой они работают. Мы сегодня вышли в профильное министерство, министерство ЖКХ, чтобы решить ее в комплексе, например, с фондом капитального ремонта, региональным фондом капитального ремонта. В принципе, изменения здесь есть, думаю, мы только таким путем можем решить данную проблему. А тем временем Марфа Егоровна будет жить без очага. Но, скорее всего, она вынуждена будет переехать к своим родственникам, так как живет в квартире совершенно одна. В черном списке газовщиков в основном хрущевки 60-х и 70-х годов постройки, которые нуждаются в срочном техническом диагностировании. И таких домов по городу насчитывается 482. И уже завтра от газа будут отключен следующий дом. Виталий Абрамов, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.